Ну, поза на полу – это для тех больших таких, скажем, грузных мужчин, да, с которыми вы просто не справляетесь на столе. В данном случае у нас вот ассистент девушка, хрупкая, но зато наглядная. Значит, также приподняли бедром ее ногу, да, эту руку из-под себя вытаскивали. Вот. И скручиваем, а эту руку назад можно. Да. И скручиваем вот так вот в грудную клетку, видите, за счет грудных мышц. Это мы, в принципе, на столе такое же делали, да? Другой способ. Уперлись, коленом толкаем, а мы, соответственно, грудную клетку. О, да, это как раз для грудных. Так, еще раз. Да, вот, коленом. И раз, толкнули. Только в тазовую кость и по диагонали толкаем, да? Это будет 10-й способ и 11-й. За руку берем, стоим, соответственно, возле головы, нога наша, да? А тут пятка тоже в тазовую кость. Сейчас. Раз и толчок. А подвинь чуть сюда, чтобы видно было. То есть вот у нас толчок. И если позволяют грудные мышцы, нужно за эту руку. Вот такой толчок. Нормально живая. Вообще хорошо, да. Нет. Вот, ну сейчас мы все это отработаем друг на друге. И если вы не с нами, то многое теряете. Вам надо быть здесь и с готовыми навыками в руках идти потом в работу, внести людям пользу и благодать. До новых встреч, друзья.